любовь, Катюша, движет. Нас держат воспитанники военно-патриотических клубов. Будущие защитники Отечества, которые гордятся своей историей и продолжают традиции русского воинства. Но в каждой семье мы помним тех, кто ковал победу на фронтах Великой Отечественной войны, кто приближал ее в тылу, кто с честью выполнял воинский долг в послевоенные годы, кто ценой своей жизни отстоял мир и независимость страны. День Победы – это наша общая боль, наша гордость. Как на стрима душем стоял уголек.
Чтобы никогда не ушла память о павших бойцах.